Я всех приветствую на своем канале Infam with Infam, и с вами Лена. Дорогие мои подписчицы, конечно же, сегодня я не могла обойтись хотя бы коротко перед тем, как выйти из дома, вас поздравить с таким прекрасным праздником, как 8 марта. И хочу вам пожелать большого счастья, вот этого вот женского счастья, которое, наверное, сложно описать, которое делает каждую женщину более чем счастливой, чем вообще что-либо. Нам, конечно, бы хотелось, чтобы за нами наши мужчины присматривали, как за каким-то весенним нежным цветком, чтобы нас холили, чтобы нас лелеяли, чтобы нас любили, охраняли и давали эту возможность почувствовать себя действительно вот этой вот настоящей женщиной. Так что я вас всех поздравляю, надеюсь, что этот день у вас пройдет просто превосходнейшим образом, что у вас будет очень много сюрпризов, что вас будет любить и дарить вам любовь. Этот праздник — это праздник весны, это праздник возрождения природы, и сегодня природа нам подарила просто превосходное солнце, у нас 14 градусов, и, конечно же, у кого погода не так порадовала, я шлю вам солнечные лучи и радость. Особую поддержку мне хотелось бы послать украинкам, сказать, что я поддерживаю Украину, я за дружбу и целостность Украины. Я надеюсь, что это все-таки все обойдется, и подчеркнуть, в отличие от той пропаганды новостей, которая, в общем-то, идет по русским каналам, что я из русскоязычной семьи. И моей семье на Украине никто не запрещает говорить на русском языке. Верьте, чему хотите, но действительно подставить можно все что угодно. Я надеюсь, что вы поймете, о чем я говорю. И еще раз, я за мир, за любовь. И считаю, что мир и любовь победит все. Так что еще раз всех поздравляю с праздником. Целую вас всех. Всем пока.